Здравствуйте! С вами интернет-канал Максимадзе. И это вновь рубрика «Моды на игру когда соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Перво-наперво, хочу всех поздравить с новосельем. С этого дня мы будем встречаться вот в этой новой красивой студии. Надеюсь, что вам и вашим модам на игру «Когда соседа» здесь понравится. Да, как видите, немножко пока он хромает, этот фон сзади меня, но надеюсь, в будущем будет лучше. Да, я купил себе хромакей, не могу его пока ровно, правда, поставить, потому что деталей не хватает от вешалки, на которой висит тряпка эта зеленая. Еще это один большой недостаток: нельзя снимать ночью. Нет, точнее, можно снимать ночью, но там будут, но там помеха еще больше будет. Ладно, но если убрать вот камеру в правый верхний угол, как я это собственно уже сделал, то уже будет, наверное, более-менее выглядеть. Короче, что это за мод? Это когда соседа микс, подумайте вы. Ну, вы ведь видели заголовок видео в том, что это взломанная версия микса, так сказать, которую сделал Rus Game Productions. Так именует себя автор игры. Это как бы тот же самый, как соседа микс от Monkey, но, так сказать, взломанный. Чувак открыл скрытые вот эти уровни, которые не изменены были. Как вы помните, у него там в миксе всего 4 уровня было. И все остальные скрыты были. Трилогия гостях, трилогия день рождения были скрыты, потому что они были не сделаны. Вот не сделанные уровни, оригинальные уровни из первой части, оставшиеся, он просто взял и открыл. Ну давайте на всякий случай посмотрим, может... Зная модеров, они могли понадобавлять сюда всего чего угодно. Вот интересно, вот это автор вот этот сделал, или это сам этот Monkey сделал? Ну вряд ли это сам Monkey сделал. А хотя, может быть, просто это недоделанный еще уровень. Ах, извините. Ссылочку на этот мод оставлю в описании. Посмотрим, что здесь. Изменился ли этот уровень? Не, этот уровень не поменялся. Давайте сразу уйдем отсюда. Не знаю зачем, но... Опа-на. Во всяком случае, вот это вот... поменялось. Может, уровень сам тоже поменялся. Ну да, не зря я сейчас зашел. Но окружение только изменилось само. Чё так долго постоял у двери Тали? Ну чё ты там встал, Тали? Иди. А чё, он не видит, что ли, никого, что ли? Ой, извините. Буду, короче, стараться ролики снимать днем, потому что ночью выглядит еще более убого. Ну как, точнее, вот сейчас более-менее нормально выглядит, а вот ночью будет выглядеть очень убого. Но если понадобится, то буду снимать, буду что-то делать, настраивать как-то хромакей и так далее.
Или старый, может, фон буду использовать. Он-то у меня остался еще, я его не выкидывал, он у меня лежит там. Так, ну это первый уровень из оригинального микса. Такая вот красивая анимация есть. А, стоп, я, кажется, понял, что делать-то надо. Но он когда курит, он не видит ничего. Вот это анимация. Офигеть, анимация, конечно. Только... неужто здесь это не сработает? Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Не, этот уровень теперь стал непроходимым. Анимация грамотная, конечно. Ладно, этот уровень пройти невозможно теперь. А сегодня хочу прорекламировать канал, который называется На Обозе. Автор канала тут рассказывает про такие автомобили, как Toyota Taunus, Litais и прочие микроавтобусы такого же плана. Рассказывает и показывает о модификации автомобиля и о ремонте. Выглядит это все вот так вот. Вот такая у нас получается столешница. Контуры ее повторяют наш вот этот вот тоннель. Знаменитый 30-х кузовов тоннель. Он очень удобный, да, тут, но когда мы ставили, допустим, кружку с чаем, да, там термос, что-то там шевельнешься, и здесь все падало. То есть... Еще у этого автора канала есть рубрика, называется «Бусобос». Любой желающий, у которого есть такой микроавтобус, может снять про него видео и отправить к нему на канал. Помимо всего этого, Виталий, так зовут автора канала, снимает также про свои различные путешествия. Ну и в конце концов, каждое воскресенье он проводит стрим, на котором он отвечает на вопросы зрителей. Кстати, у него очень хорошее чувство юмора. Блин, Максимация, ты бы нормальный ник написал какой-то, пишешь там какой-то Андреас, Папа Андреас. Короче, переходите и подписывайтесь на этот канал, здесь душевно. Ну, может быть, этот хотя бы можно будет пройти. Обзор на «Как достать соседа микс» обычный, я, кстати, на своем канале уже делал. В плейлисте с модами можете найти. Ну что, в ванной нельзя шарики разбросать? Да какой пол, блин. Вот так вот спрятаться красиво можно. А, на кухне надо еще предмет взять. С
сколько можно разжирать, блин. На этом уровне думать надо, конечно. Особенно если играешь со временем. А, ведро же набрать надо. Ладно, пока он туда идет, мы сейчас ему измажем картину эту, блин. А, вон, господи, я что-то потерял его, блин, соседа-то. Есть еще одна какая-то пакость, только вот какая, я не помню. Давайте-ка завершим уровень, я не помню, потому что и время, и я уже не успею ее все равно сделать, потому что, видите, время заканчивается. Посмотрим, что здесь. Гвоздь и молот. Можно ли пройти этот уровень? Первый вот нельзя. А какого хрена? Так, гвоздь. Давайте китайский гвоздь сюда засунем, я вот насколько помню. Отбил палец себе, блин. А, блин, он сюда сейчас пойдет. Не успеем, не успеем, к сожалению. Ну ладно. Что тогда сюда надо? Или ничего не надо?
А, сюда надо. Да. А вот сюда пройти, кстати, можно даже. За эту стену. Ну и осталось еще это, вот этот вот, портрет. Дикая уборка. Последний вроде бы уровень. Туалетную бумагу, насколько я понимаю, не на унитаз теперь надо использовать, а на что-то другое. Ну зашибись. И куда мне деваться? Видать, никуда. Может, ключ от него где-то лежит? Я не знаю, просто я не помню. Давно в это играл. Так некуда прятаться-то. Может, я, конечно, что-то делаю не так, но, по-моему, этот уровень тоже нельзя пройти теперь. Спрятаться-то негде. Ладно, давайте не будем проходить уровень. Ну, насколько я понимаю, следующие уровни не изменились. Но давайте на всякий случай посмотрим. Ну, конечно, нет. Так, посмотрим. Ну, на всякий случай, давайте все проверим. Опа-на, смотрите-ка. А, это из этого. А где Вуди? Вуди нет, играть мне... А, вот он. А, мы тут застряли, и мы не можем отсюда выйти никак. Понятно, понятно, понятно. Банный день. А, мы же его только что смотрели. Господи, что я, блин, смотрю-то. Да. Что у нас здесь? Да, напрасные хлопоты смотреть этот уровень. О, вот этот, а вот этот уровень изменился. Давайте-ка посмотрим, кстати, даже на него.
А, можно так проходить мимо него. Ладно, ладно, понятно. И мимо попугая даже можно. Ну что ж, это меня радует. Почему курсор здесь вообще стоит, блин? Простой какой-то уровень получился, честно говоря. Ух ты, огонечек-то красиво сделан. Очень хорошо, что я на этот уровень заглянул. Ага, огнетушитель взорвался, что ли? Да, вот тут коряво, конечно, сделано. Это вообще что такое? Куда ребенок делся? А, кнопки здесь, оказывается, типа были. Ладно, давайте выйдем с этого уровня. Кнопки я уже ставить не хочу, но я знаю просто, что будет уже. Мы с вами все знаем, как это будет выглядеть. Ну да, здесь ничего не поменялось. Все то же самое. Опа-на. Ну тут фигня какая-то внешняя. Тоже смотреть не будем. А здесь? Или я его только что смотрел? Нет. Тут ничего не поменялось. Ну, что-то тут есть. Не понял. Это что было сейчас? Я чуть ничего не понял. Как мы вошли через это окно? Ну-ка, давайте еще раз посмотрим на это. Жди давай, не заходи туда. Ничего себе. Ну-ка, а можно назад выйти? Не, офигеть, ребята. Ну, пакости тут не изменились, я думаю, совершенно. Но, тем не менее, сделано очень красиво. Ну-ка, и последний уровень посмотрим. На этом уровне ничего вообще нет. Нифига ж себе. Как он это сделал? Ничего не произойдет, да? Очень интересный уровень, очень интересный уровень. Ладно. Вот такой вот мод. Не знаю зачем, но оставлю на него ссылочку в описании. Ну а на этом все. С вас лайкосы, подписосы, а с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете свои моды и хотите их показать, присылайте мне в
в сообществе ВКонтакте в обсуждении. Можете мне просто в личку ВКонтакте прислать. А можете более простым способом просто прислать в комментарии ссылочку. Я обязательно проверю. Ну что ж, подписывайтесь, кстати говоря, на мою группу ВКонтакте, вот на эту. Там я часто интересные моменты выкладываю. Ну все. Всем удачи и пока.